Самый красивый месяц в католическом соборе – это декабрь. Он начинается подготовкой к Рождеству, которое имеет специальное название – Адвент. На еловый венок крепится 4 свечи. По количеству недель до Рождества в первое воскресенье горит одна, во второе – две и так далее. Музыка Адвента особая. Это тихое предвкушение чуда. Открывается музыкальный декабрь встречей со святым Николаем. Он пригласит детей и взрослых в увлекательное путешествие под гусли, барабаны и органные гармонии. Вечер того же дня при свечах будет целиком посвящен нашему соборному органу, самому большому из церковных органов России. Органист Игорь Гольденберг исполнит Баха и французское барокко. Светлое медитативное настроение создаст концерт вокального трио «Мелоди». Певицы и органистка собора Марина Амельченко выбрали программу из старинных арий и современных саундтреков. Времена года Вивальди не теряют своей актуальности в любой сезон. На этот раз в соавторстве с великим венецианцем выступит современный композитор Макс Рихтер. Красивый путь к Рождеству из музыки эпохи барокко продолжат музыканты Большого театра. Историю рождения Спасителя расскажет музыка Моцарта в органном спектакле дуэта Артбена и художника песочной анимации Лидии Миллер. После этого начнется центральное событие концертного года – Рождественский фестиваль. Он откроется радостным звучанием оркестра, органа и хора в произведениях Баха и Сен-Санса. Днем позже собор наполнит ангельские голоса детского хора Большого театра. Потом состоится рождественская мистерия со знаменитым вокальным ансамблем «Интрада». В органо-оркестровой аранжировке предстанет самый новогодний из балетов – «Щелкунчик». Проводить уходящий год можно будет с артистами из Абхазии – Лукой Гадели и Кристиной Эшба. При таком великолепии мы все же не забыли про юных слушателей. В декабре состоится концерт-сказка Ингиборги Любомирской «Хоббит». Также можно будет встретить Рождество в стиле фолк-рок. Эти концерты пройдут в сводчатой каминной Центрального дома работников искусств в нескольких шагах от метро «Кузнецкий мост».